Мистер Пибоди, вы лауреат Нобелевской премии. Знаменитый исследователь. Но справитесь ли вы с трудностями воспитания человеческого ребенка? Учитывая все мои достижения, думаю, я справлюсь. Что ж, хорошо. В следующем году самому умному псу в мире предстоит сложнейшее испытание. Неважно, как бы далеко я ни был. Пока, мистер Пибоди! Отцовство. Мистер Пибоди, Шерман подрался сегодня. Если родители девочки предъявят обвинение, вас лишат родительских прав. Уже будьте уверены. Кто это к нам? Увидишь. Запомните, Пибоди, моя дочь для меня важнее всего на свете. Алло, опрос? Валяйте. Она ненавидит меня. Помиритесь. Про машину времени ни звука. Это машина времени, представляешь? Ух ты. Ну, посмотрели, пошли обратно. Нет. Шерман, Пенни, почему вы одеты как древние греки? Я потерял ее в Древнем Египте! Я обручилась с Тутанхамоном! И топливо кончилось! Втрое! Ты взял машину? Да, она очень хотела! Господи! Вы напортачили в прошлом! Теперь надо исправить историю, чтобы спасти Вселенную! Древний Египет! Осторожно, Шерман, это ловушка! Выберешь не ту лодку, придет расплата! Теперь ты! Лодка Ра идет вперед! Боже мой. Беги! Герои Греции! Да! Смотрите, что нашел! Подарок! Клево! Прямо как наш конь! Вот так сюрприз! Мы пробили дыру в пространственно-временном континууме! На нас валится прошлое! Тутанхамон? Пенни! Что? Приключения мистера Пибоди и Шермана. Мистер Пибоди! Держи, Шерман! Похоже, Шерман, нас тут не переваривают. Не понял.